Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Новое знакомство для тебя». Давайте посмотрим. Давайте. Итак, вы в сегодняшнем дне. Что сейчас происходит в вашей жизни? Надеетесь на большое счастье, да, ждете счастья впереди. Я вам скажу, конечно, проходит мне ситуация, что как-то вот, ну, как обрезала какие-то, знаете, канаты, обрезала какие-то струны. Возможно, очень, да, выход из каких-то предыдущих отношений, он был не очень таким легким, и, возможно, на сегодняшний день уже и определенное время прошло. Более того, я вам скажу, что мне проходит, что, возможно, были какие-то попытки завязать новые отношения, возможно, это были какие-то краткосрочные отношения, какие-то переписки, какие-то, знаете, вот вроде бы встретились, вот вроде бы, да, и шанс как-то даешь, но оно как-то вот не складывается, да. И все как-то мимо, да, почему-то вот идет такой момент, как бы не пара, не какая-то как не пара. И вот есть у меня вот такое прямо ощущение, да, что вот вы сейчас, вы как бы уже и как-то и успокоились, да, и наполнились уже опять энергиями, очень даже желаете новых отношений, и, возможно, для себя у вас уже есть ощущение, да, что уже есть какое-то энергетическое даже ощущение, что счастье, да, вот-вот и будет в моих руках. Но я вам скажу, что оно так и будет, потому что вот этот туз пентаклей, он показывает на то, что вот совсем вы справитесь, да, и свое счастье вы в руках удержите. А вот позади, да, вот это осталось действительно позади. Я вижу, что здесь карта показывает некий период, знаете, возможно, неопределенности, возможно, некий период, когда еще были какие-то там размышления, метарства, знаете, и такого рода какие-то моменты. Дальше оно не имело силы шагнуть. И я вот вижу, что вот как-то вот на сегодняшний день у вас уже очень такое ощущение, знаете, как близится, как определенное счастье в вашу жизнь, да, что в жизнь близится счастье. Ну, давайте посмотрим еще. Итак, вы в сегодняшнем дне. Ой, ну я вам скажу, что вы, возможно, в этом периоде, когда у вас были вот эти моменты каких-то внутренних копаний, возможно, внутренних каких-то переживаний, у вас произошел определенный внутренний рост, да, и вы как-то, возможно, некую ситуацию увидели, знаете, со стороны, многое для себя расставили, знаете, на свои места, возможно, вы стали намного сильнее. Вот эта вся ситуация, она стала для вас большим уроком. И на сегодняшний день как-то вот ввести вас в заблуждение, ну, вообще не удается. Да, у вас есть какая-то, знаете, чрезмерное недоверие к мужчинам. Но, возможно, вот этих уроков, да, их как было несколько. Потому вот это недоверие, оно такое, знаете, какое-то укрепленное у вас. Но я вам скажу, что да, вы человек очень интересный, очень такой эрудированный. Вы умеете понравиться, произвести впечатление, вы умеете очень даже увлечь мужчину, который вам нравится. Но стоит ли, да, вот в чем вопрос, а стоит ли? Я вижу, конечно, сейчас, что вам хочется какого-то вот прямо, знаете, душевного притяжения, такого душевного контакта с человеком. Вам не хочется, чтобы все было ровно, вам хочется, чтобы все было прекрасно и наполнено чувствами. А возможно, сейчас вот есть такой сейчас немножечко момент, как вы немного в себе замкнулись, очень многого не рассказываете. И ощущение какое-то, да, что возможно, в окружении нет вот такого доверенного лица, да, которому вы вот настолько доверяете, что вы могли бы вот прямо вот высказаться. Вы как вот люди, которые просто рядом ходят, но вот прямо особого доверия, возможно, и нет.
Я вам скажу, вы очень способный человек. Очень, может быть, вы прямо умеете вникнуть в определенную работу, да, в определенное какое-то дело, будь это искусство, будь это какие-то творческие ваши таланты. Вы как погружаетесь вот в эту среду, и там вам комфортно, и там вам очень хорошо. Но вы понимаете, что вот этого мало, да, для полноты картины, для полноты счастья. И очень хочется вот этой реализации. Я вижу, что вы очень интересная женщина, очень интересная девушка. И как-то я бы даже сказала, что ваш внешний вид, да, и он как-то преобразился, вы хорошо выглядите. И вам, у вас есть вот это желание реализации, да, своего потенциала женского. И я вижу, знаете, что вот как-то вот это ровно, вот это спокойно, оно вас не очень устраивает уже сейчас, да? Возможно, был период, когда вы хотели вот этого затишья, а сейчас вам хочется вот этих, да, немножечко волн, да? Вам хотелось бы какой-то перемены в жизни своей личной. Я вижу, что вы очень уверенный человек, и, возможно, вот в этом моменте, да, каких-то переживаний сердечных вы увлеклись какой-то самореализацией, возможно, даже не каким-то таким погружением, да, духовным и погружением, возможно, в какие-то свои реализации, в какие-то свои достижения, в какие-то материальные успехи, в работу, да, возможно, в какие-то духовные даже, возможно, поиски себя, да, чтобы вот это какой-то определенный баланс обрести. И вот в этом, да, своем моменте поиска стабильности, вы эту стабильность, возможно, и обрели. И вот когда эта стабильность наступила, вы поняли, что а вот любви мне действительно не хватает. И любовь мне действительно нужна. Ну, давайте посмотрим еще. И это, знаете, это правда. Просто в какой-то момент вам нужно было, да, возможно, как-то выровнять свое состояние. А сейчас, чтобы идти выше, дальше, да, и иметь опять вот этот творческий толчок, вот этот потенциал, вот этот подъем энергетический, вам нужна любовь, вам нужно, да, вы желаете вот этой любви, которая откроет буквально, знаете, перед вами все горизонты. Ну, давайте посмотрим, давай. Очень интересно, я вижу, что у вас прекрасная перспектива впереди. Очень хорошая перспектива, прямо вышло три старших аркана вам. Давайте посмотрим, еще вы сейчас. Ой, ну я вижу, конечно, вы готовы к серьезным отношениям. Я бы так сказала, что вы готовы к ним. И действительно, в отношения можете привнести очень много. Но, возможно, скажем так, с чего-то надо начинать, да? Ну, да, эта женщина, она умеет понравиться, она умеет, знаете, как-то произвести очень яркое впечатление. Интересная очень женщина, очень. Вот я вот, смотрите, как мало карта, уже два раза вышел старший аркан первый. То есть это женщина, которая, возможно, очень даже обладает хорошей интуицией, но когда человек влюбляется, это все, знаете, как-то уходит на второй план. И, возможно, вот эти какие-то пережитые события, они, знаете, спровоцировали некую вашу отдаленность, знаете, от мужчин. Вот какой-то момент, знаете, ограждение даже. Ну, потеря. Определенное разочарование, я бы даже так сказала. Определенное разочарование было. Но, вы знаете, жизнь продолжается, и вот этому новому дорога, да? Вот этому новому, знаете, открыт путь. И я вам скажу, что да, в стиле она может иметь какую-то вот прямо свою изюминку. Ей не надо быть похожей на кого-то, у нее есть своя вот эта, знаете, очень яркая такая индивидуальность. Да, я вам скажу, что у вас может быть момент, знаете, как и перемена в общем, да, то есть после этого какого-то момента тяжелого в своей жизни вам, возможно, хотелось вообще все поменять, и, возможно, вы так и сделали. Вы, возможно, так и сделали. Я вижу, что у вас будет какой-то момент, много усилий вы как-то энергии, да, пустили в некую свою реализацию, и здесь вот в своей реализации у вас будет очень интересный подъем, очень интересное продвижение. Вы очень интересный человек. Я вижу прямо, знаете, здесь женщина, с которой не соскучишься, да, которой не соскучишься. Очень прозорливо, очень, знаете, как-то ваши какие-то, знаете,
знаете, ваша какая-то первая мысль, она очень часто бывает правильной. Очень часто бывает правильно именно о мужчинах. Я вам скажу, когда вы своего человека встретите, вы тоже это сразу почувствуете. Покажи мне еще, да. Я, конечно, отмечу вот тот момент, что вас очень тяжело забыть. Вы из тех женщин, которые не забываются. И вы как-то отвлекаетесь в свою жизнь, да, возможно, проходит определенное время, вы встречаете человека и можете его не узнать, но он вас узнает. То есть вы как-то определенным образом сохраняете вот эту изюминку, да, свой какой-то определенный стиль, свой вид, свое какое-то, знаете, внутреннее наполнение. И по сути, да, в зеркале мы видим какие-то перемены, но вы не особо меняетесь, вы очень так сохраняете свою обаятельность и свою привлекательность. Человек парный, человек, которому действительно в паре будет очень хорошо, хоть, возможно, сейчас вы думаете о том, что вот такое спокойствие некое в моей жизни, да, и стоит ли это спокойствие нарушать, здесь нужно еще подумать. Но по сути я вижу, что у вас идут прекрасные перемены, у вас идет момент длительных новых отношений, которые, да, будут иметь очень большую перспективу. И то, что сейчас вам кажется, да, как бы боюсь опять, да, погрузиться в какое-то вот такое состояние, да, растерзанное, поверьте, у вас ждет абсолютно иной сценарий. Я вижу, что, возможно, какие-то и вот эти попытки, да, вот какой-то момент как бы проходило мимо все меня, да, то есть даже если человек хотел с вами отношений, как-то заводил, знаете, вот этот такой момент, желание как-то с вами выйти на контакт, было ощущение, да, как бы в какой-то момент не хватает энергии, не хватает мне вот какого-то, да, приятного внутреннего ощущения рядом с этим человеком, и вы, возможно, начинали отдаляться или резко разрывали отношения, то есть, или это даже были не отношения, какая-то, да, вот попытки, да, попытки какие-то мужчины к вам проявиться, возможно, не чувствовали связи с человеком, потому что я вижу здесь прямо, ну, очень много старших арканов, женщина энергетически очень мощная, она очень такая, знаете, интересная. И да, вы прошли некий момент, знаете, усиления. Возможно, усиление, знаете, каким-то стрессом, но тем не менее, да, вот этот момент усиления, он прошел. Возможно, где-то он пришел взамен некой вашей наивности и доверчивости девичьей, да, женской. Но тем не менее, вот этот момент укрепления, да, какого-то, вот знаете, вот этого стержня вашего, он как крепкий сейчас, крепок сейчас. И вот этот, ну, я вам скажу, что вы очень можете поставить любого мужчину на место и очень даже не позавидуешь ему. Ну, давайте будем смотреть дальше. Итак, давайте смотреть, если вам интересно, если вам резонирует, смотрим дальше. Итак, давайте посмотрим, какой мужчина у вас на пороге, да? С каким мужчиной у вас произойдет знакомство? Через кого, возможно, это знакомство произойдет? Давайте посмотрим. Через кого пройдет знакомство и с кем, да? Давайте посмотрим. Вот смотрите, знакомство ваше пройдет через женщину. Знакомство ваше пройдет через женщину-подругу. Возможно, или человека, который с вами связан как-то, знаете. Я бы даже сказала так. Этот человек, вы, возможно, не очень этому придали какое-то особое значение, но мне проходит момент, что вы человеку дали вот эту какую-то опору, надежду, да, поддержку тогда, когда ей было очень тяжело. Вот здесь проходит мне, да, ну вот вышел момент пятерки кубков. Возможно, девушка выходила из отношений, возможно, эта женщина, что-то в ее жизни такое происходило, да. И вы ее как-то в нужный момент
очень, когда ей эта поддержка очень была нужна, вы ее поддержали, вот эту девушку, вот эту женщину. Я вижу, что она к вам очень хорошо настроена. Хоть, возможно, вы можете поддерживать какие-то дружеские отношения, возможно, это какая-то сотрудница, знакомая ваша, но какие-то были вами сказанные слова, знаете, которые вот как-то послужили очень большой поддержкой для нее, потому что, да, вот вы стали вот той подругой, да, вы стали вот тем человеком, который, знаете, сказала, да, все это ерунда, все у тебя будет, все у тебя будет очень хорошо и очень, знаете, классно. Именно в той момент, когда ей было очень-очень тяжело, когда, возможно, да, все вот как-то эти черные вороны нагнетали какую-то обстановку, когда ей и без того было тяжело. А вы, знаете, оказались вот тем, возможно, единственным человеком, который ее поддержал. Поддержал, возможно, в какой-то моменте непростом. И что вот интересно, вот показывает карта, что именно через этого человека вы познакомитесь с новым мужчиной, который идет вам по старшему аркану Солнца, то есть для будущего, для такого, знаете, очень перспективного будущего, для радости в вашей жизни. И человек очень даже интересный. Человек очень интересный, и который ей приходится другом или другом ее брата, родственником каким-то, да, то есть это человек, с которым она очень хорошо знакома. И потому я вам скажу, что вот это новое ваше знакомство, оно будет через женщину. Да, здесь может пройти момент, что и через мужчину, но выходит как королева кубков, как некий момент особо эмоционального, знаете, состояния. Вот как вы были поддержкой для человека, когда у него было особо эмоциональное состояние. И вы оказались вот тем единственным человеком, который, знаете, не нагнетал, не, знаете, как-то указывал, что ты сама виновата, что это все через тебя, да, или там еще шушукается там за плечами или еще что-нибудь. То есть вы оказались одним человеком, который вот как-то ее поддержал какую-то минуту. Это могло быть несколько слов. Это могла быть, знаете, такой момент, как все будет хорошо, да, там не плачь, не переживай. А вот для человека это оказалось, знаете, вот такой, знаете, подхватывающей энергией, подхватывающей волной, которая в нужный момент ее очень поддержала. И я вижу, конечно, что это может быть и какой-то момент, знаете, времени разделяет вот эти события. Да, возможно, это было и давно, эта ситуация. Возможно, вы не очень так и придали ей внимание и не очень даже и, скажем так, запомнили вообще эту ситуацию. Но, тем не менее, показывает карта, что связующим звеном в этом вашем новом знакомстве будет именно такой человек, которому вы послужили большой поддержкой в свое время. И да, это будет или брат ее, да, или друг ее брата. То есть это будет человек, с которым она очень-очень хорошо знакома. И я вижу, что это прекрасное знакомство. Это очень классное знакомство для вас. Да, действительно, человек, который, знаете, вот прямо вот как несет солнце в вашу жизнь, да. Очень интересный мужчина. Ну, давайте посмотрим, да. Посмотрим на этого мужчину, что он... Что нам покажут о нем? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что нам покажут. Вы знаете, человек прямо, ну вот конкретно, как вышел из отношений. Человек вышел из отношений, у него какая-то перемена в жизни. Да, и вот я вижу, что на сегодняшний день есть некая ситуация, да, возможно, она в какой-то степени судьбоносная, очень может быть, что у вас может завязаться какая-то переписка поначалу с этим человеком, но у него пришло время какой-то перемены, да, перемены глобальной в его жизни. То есть, да, мне проходит, что у человека завершились отношения. Конкретно проходит момент, что вот некий момент, да, обновление проходит, что-то завершилось. Завершилась какая-то ситуация, которая, возможно, терзала, мучила, которая себя, да, уже исчерпала и, по сути, уже завершилась. Очень проходит момент, что у человека завершились отношения. И да, на сегодняшний день мужчина думает о том, чтобы вот...
найти женщину, с которой ему будет очень даже хорошо, с которым он увидит, да, некую для себя желанную и интересную спутницу для себя. Да, я вам скажу, что, возможно, эта ситуация очень уже, знаете, как бы и сформирована. То есть некий момент вот вашего вот этого нового знакомства с этим человеком, он может быть, знаете, как уже сформирован. То есть он уже как бы и близок. И я вам скажу, что да, вот по пажу мечей здесь может проходить как переписка с этим человеком, да, может все завязаться с какого-то звонка, с какого-то, знаете, незначительного такого разговора, где вы в своей какой-то жизненной беготне, где-то там, знаете, переброситесь пару слов, но этот человек как все время о вас думать будет, да, то есть вы действительно ему так и приглянетесь очень сильно. Такой вот очень вы ему покажетесь, очень такой интересной, очень-очень интересной. Ну давайте посмотрим больше, да? Давайте посмотрим вот этого мужчину, что нам покажут карты о нем. У нас вышел король Пентаклей, вышел он, конечно, очень хорошо и перспективно. И вижу, что вот прямо действительно был какой-то период у него такой, знаете, не очень приятный, но он уже и завершился, да? И человек очень даже и в поиске своей, да, спутницы, и по сути он еще как бы не знает ее, да, то есть она для него еще как бы находится в тени, потому да, вы пока не знакомы, для вас это действительно будет новое знакомство с этим мужчиной. Давайте посмотрим. Итак, что нам покажут карты об этом человеке, как они его покажут? Ну, девочки, по тузу воды, это мужчина, конечно, который действительно может привнести очень много чувств, очень много эмоций в вашу жизнь, наполнить ее такими яркими, красивыми красками. И я вам скажу, что, вы знаете, этот человек, он не уступает. Он, знаете, и против течения будет плыть, да? Он и как-то будет очень... Боже, девочки, вот только посмотрите. Ну что я вам скажу, этот мужчина очень даже будет настроен на прекрасные отношения с вами. Я вижу, что здесь прямо, знаете, проходит вот туз воды, десятка кубков, и этот мужчина для будущего вам. У вас могут завязаться прекрасные отношения, и в вашу сторону он будет проявляться именно с таким замыслом, именно с таким, знаете, посылом, чтобы с вами завязать вот такие прекрасные отношения. Он может вам привнести это. Вы знаете, человек очень интересный. Он будет очень ярко проявляться. В нем очень много силы, в нем очень много энергии. Он такой, знаете, мужчина прорывной. И этот человек, он вас заинтересует. Я вижу, что здесь есть такой момент. Давайте посмотрим еще, что нам об этом человеке скажут. Ну, у вас будет взаимная любовь, девочки. Взаимная любовь, которая сейчас, да, возможно, находится в некоем таком моменте не раскрытом, не открытом, да. То есть это еще предстоит вам. Это будет какой-то момент действительной перемены в вашей жизни, где вы сможете реализоваться рядом с этим человеком, знаете, как такая вот прекрасная, очень, очень, очень подходящая пара. Вы будете очень красивой парой с этим мужчиной. Ну, покажи нам еще, да? Он сильный мужчина, он очень интересный. И вы знаете, когда он вас, как познакомится с вами, он будет очень активно действовать. И действительно, знаете, ему присущ очень много черт. Но он вас прямо, знаете, как свою пару увидит, как женщину, с которой я ему очень сильно понравится. И да, действительно, будет некий момент, получится ли, что у нас получится, и будет ли, как это все будет, но и вижу, что этот человек, он определенно очень силен. Давайте посмотрим, да, именно качество этого мужчины. Давайте посмотрим, что нам покажут карты. Вы знаете, в нем есть некий момент предельной осторожности, да, то есть вот это, знаете, у каждого свои раны, у каждого свои шрамы, и главное, знаете, на тот, чтобы эти шрамы, они, ну что я вам скажу, девочки, смотрите, этот мужчина конкретно ищет пару для себя, он ищет пару для серьезных отношений.
И да, сейчас его состояние таково, да, где-то он отчаялся найти свою пару, где-то у него, ему присуще, да, вот это отчаяние, то есть, возможно, так же, как и вы, в поисках любви, да, его какие-то попытки были не очень удачными. И он, знаете, как в таком состоянии, что не могу, да, вот что, почему, да, почему вот как-то не могу найти пару для себя. Но я вижу, что мужчина готов к отношениям. И очень даже, прямо, знаете, вот эта карта выходила на вас, и очень даже он прямо при встрече с вами, это будет такое ощущение, как попал в плен к этой женщине, да, я попал к ней в плен, она мне очень нравится. Покажи нам этого мужчину, покажи нам его. Но это такой, знаете, человек, который может за себя очень даже постоять и разоружить каких-то конкурентов, каких-то, знаете, людей, которые, возможно, несут определенную угрозу. Он очень бдительный, он очень внимательный. Да, я вам скажу, он может заниматься, может быть реализован в очень разных профессиях, но мне проходит очень такая немного жестковатость в характере, да, такая некая уверенность, и как нет никому доверия, да, в плане профессионального какого-то развития. Очень может быть, что у него вот в той сфере, где он работает, очень большая конкуренция, но у него есть перспектива, у него есть перспектива на развитие, на рост, и я бы даже сказала, на некие моменты, как я сам на троне, я сам где-то владею ситуацией, да, я сам управляю ситуацией. То есть очень может быть, что этот человек, у него сильный характер, у него сильная энергия, и здесь даже есть способности, возможно, где-то и есть даже какой-то и замысел, да, на что-то свое личное, на какой-то момент лично, да, одному быть собственником, да, владеть чем-то, какой-то определенным делом, да, возможно. Но я вам скажу, что мужчина думающий, и у него все получится, хоть, возможно, на сегодняшний день есть какие-то моменты, да, что вот как нужно быть предельно осторожным, потому что, ну, вот какая-то непростая ситуация. Вообще-то человек очень интересный, он, знаете, и веселый, и все в нем есть, да, но как-то вот, возможно, очень глубоко он не пускает, да, в свое сердце. Давайте посмотрим еще. У него есть способности, знаете, к некому заработку и удержанию, и обогащению. То есть этот мужчина, к нему денежка идет, у него есть вот эта энергия, знаете, как правильно говорить, правильно мыслить, находить, знаете, правильные варианты и очень даже одержать победу в определенном каком-то своем деле. Да, мне проходит, возможно, он может быть связан и с каким-то транспортом, или ездит куда-то, или лично транспорт, это непосредственно, да, есть некий момент его деятельности. Но мужчина, я вам скажу, очень интересный, и действительно, знаете, как открывает много граней своего характера, он уверен в себе, он очень, знаете, думающий, то есть он какие-то моменты продумывает, какие-то, ну, он интересный человек, я вам точно скажу. И что интересно, знаете, есть определенный мост, уже существующий, который объединит ваши жизни. Есть некий момент, который вас объединит. У вас есть вот эта нить, у вас есть вот этот момент, через который вы должны с этим человеком встретиться. Давайте посмотрим еще. На сегодняшний день, да, этот мужчина, давайте посмотрим. На сегодняшний день, что в жизни этого мужчины происходит, давайте возьмем, посмотрим. У него вот сейчас такой, знаете, стабилизация произошла. Произошла стабилизация, когда он работает, финансы идут, да, и вот так как-то поспокойней, хорошо, некий момент, знаете, такого спокойного движения, спокойного развития определенного, да, и вот даже здесь он вышел очень в таком спокойном состоянии, да, то есть некий момент острый, он как с ним справляется, да, он как-то его не угнетает, это просто какой-то рабочий процесс.
что сейчас в его жизни происходит. Но это некий момент становления, да, его подъема. Некий момент, когда этот человек действительно, возможно, делает карьеру, возможно, у него идет какой-то момент подъема в делах, потому что вот прямо идет ситуация, да, я как бы работаю, и у меня получается, да, и вот я, моя цель, да, подняться выше, добиться большего, как-то реализовать себя более активно. Хорошо, давайте посмотрим, что от этого мужчины можно ожидать в отношениях, да, чего можно ожидать в отношениях. Это очень, знаете, внимательный человек, очень. И вы знаете, в отношениях от него можно ждать действительно развития, действительно работы над отношением, действительно, знаете, вложения в отношения, защиты. Ну вот вы знаете, как-то этот человек действительно, несмотря на такую свою силу и силу характера и силу свою, да, здесь человек очень может интересно открыться в отношениях. И вы знаете, чего от него ждать в отношениях? Прекрасная связка карт, девочки. Потому что, да, что от него можно ждать? Что этот человек шаг за шагом эти отношения будет развивать, работая над ними, защищая, да, эти отношения и вас в поиске вот этого пути к вашему сердцу. И вообще, что от него ждать в отношениях? Вышел туз пентаклей. От него можно ждать действительно классного результата. С ним можно ожидать настоящего счастья с этим человеком. И несмотря на то, что люди сформированные, что люди, знаете, уже прожившие, у каждого свои шрамы и своя история жизненная, вы очень с этим человеком найдете общий язык и очень даже можете прийти к вот этому одному счастью на двоих. Когда, да, у нас все получается, да, и вот это наше общее, оно растет, развивается и очень даже имеет большую перспективу. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше, давайте посмотрим, чем вы понравитесь этому человеку, да? Давайте посмотрим несколько карт, чем вы его привлечете, вообще его впечатление о вас. Давайте посмотрим, что ему понравится, да, вот как-то в вашем, что ему в вас понравится. Ну вот, да, нам здесь вышла такая вот интересная девочка, такая интересная девушка, вы ему действительно очень понравитесь. Может проходить, да, как бы номер телефона вокруг нее, кружат мои мысли, она такая, да, интересная, и вот как эта лампочка, да, зажглась, так и мои мысли о ней, да, вот никак не выключу. Ну, покажи нам, да, чем... Ой, а девочке понравитесь, вот действительно понравитесь, очень даже сильно ему понравитесь, и прямо будет такое искреннее желание у этого человека развивать ваши отношения, как-то проявляться к вам, и после первой же вашей встречи он как будет очень много думать о вас, возможно, определенно с улыбкой, да, что вот, ой, такая интересная, ну, покажи, чем вы ему понравитесь. Он будет видеть некую, знаете, возможность от самой судьбы. То есть мне, как, знаете, козырь попал в руку. Да? Мне как попала вот эта счастливая монетка, мне попала в руку. Мне как, знаете, четко судьба подбросила прекрасную возможность. Да? Прекрасную возможность. И вы знаете, что после какой-то тишины сердечной, вот он будет думать о том, что мое сердце пробуждается, да, она мне так нравится, и судьба мне дала возможность после какой-то тишины, да, то есть мое сердце как было в какой-то тишине. Возможно, да, ну точно так же человек как бы ищет для себя пару, с которой ему будет, да, вот будет вот этот момент душевного притяжения, да. И по справедливости, да, то есть он будет видеть некий момент справедливости в вашем знакомстве. Он увидит вас для себя очень равноправную партнершу, очень интересную партнершу, да, и как бы после тишины сердечной по справедливости появилась для меня пара, появилась для меня очень интересная женщина, очень интересная девушка. Вы ему понравитесь. Вы ему четко понравитесь.
Ой, и знаете, здесь вот такой момент бесконечных мыслей о вас, да, то есть бесконечных мыслей о вас. И придет ему такое осознание, потому что даже не знал, что мне так, знаете, как-то, ну, не весело, да, что мне как-то не весело. Оказывается, что я очень даже и хочу отношения, оказывается, что я очень даже и желаю некого, ой, девочки, действительно. Оказывается, да, вот как-то точно так же где-то был отвлечен, точно так же была у него некий момент сердечной тишины, но по справедливости, да, как бы жизнь дала ему вот такую прекрасную возможность на знакомство с вами. И этот человек вот как-то осознал, что вот даже не знал, что я так хочу вот любви, да, нежности, а потому что не было, знаете, вот не было... Не было чувств, да, когда ты хочешь обратной связи, когда и у тебя чувства есть. И здесь, конечно, вышел момент, что вы этому мужчине не то что понравитесь, он будет вас видеть, знаете, ту девушку, в глаза которой он желает смотреть, да, желает любоваться вами. Очень интересно, девочки, очень. Ну, давайте посмотрим, я вижу, что вы ему очень понравитесь. Да, этот мужчина вас тоже привлечет, безусловно. Ну, давайте посмотрим, да, несколько карт. Ваше какое-то вот впечатление после знакомства с этим мужчиной, каким оно будет. Каким оно будет. Но очень стремительный, интересный мужчина. Какой-то, да, такой смелый. Смелый, такой активный. Интересный человек, знаете, такой в силе, очень проходит, что внешне этот мужчина вам очень понравится своим, знаете, таким шармом мужским, энергетическим посылом. Это такой сильный, мощный, красивый мужчина. Он вам понравится, девочки. Я бы даже сказала, что вам эта мысль придет очень даже быстро, да, то есть, что, ну, он мне прямо понравился. Да, ваша встреча, она может произойти как-то случайно, да, это не специально, просто вы где-то вот этого человека встретите, и, возможно, да, и этот мужчина будет рядом где-то, или, ну, это через вот эту женщину. Я вижу, что как-то он будет очень стремителен, да, в каком-то развитии вашего общения и по отношению к вам, и я вам скажу, что да, он будет вам очень даже импонировать, да, как бы хочется уже, чтобы мужчина был мужчиной, и как-то вот активно действовал. И вот вы в нем вот это увидите, вот это, знаете, желаемое, возможно, даже очень желаемое, вы увидите в нем. Будет в нем что-то, знаете, такое неудержимое, какой-то, знаете, момент. Нет в нем, знаете, никаких там мыслей, знаете, которые его где-то задерживают. Нет в нем каких-то моментов, которые ему преграждают дорогу. Четко идет момент, что человек как бы свободен к вам действовать. И действовать очень даже активно. Давайте посмотрим еще ваше мнение о нем при знакомстве. Ну, вы знаете, да, ваши мысли будут наполнены мыслями об этом человеке, и очень даже вы будете как-то размышлять в своей голове. Да, эта встреча, она будет определенно очень значимой и очень, знаете, таким моментом, когда, как знаете, старое отсекается и начинается что-то новое, что-то более интересное. Но он вас заинтересует, это явно, да. Вот такой прямо интересный мужчина, вам очень понравится характер, его какое-то высказывание, его речь, вообще его поведение, он вам понравится, девочки. Я прямо, знаете, такое впечатление, я вижу в нем классного мужчину. И да, здесь идет мне такой момент. Вы для себя, знаете, увидите некую разность, да? Я вам скажу честно, при первом знакомстве вы, возможно, знаете, вот включите вот эту свой момент своей интуиции, да, и для себя четко будете ощущать, что это совсем не так, как было. То есть ситуация явно, что не, она какая-то абсолютно новая. И да, вы будете как-то этого человека, знаете, вы все-таки будете взвешивать какое-то свое внутреннее ощущение к этому человеку и для себя четко будете понимать, что
Это что-то абсолютно иное, это что-то абсолютно, знаете, интересное. Да, сказать, что вы прям, знаете, так откроетесь, поверите, нет, у вас будет опаска, безусловно. Но и у вас будет вот в процессе общения тот момент, что это не так, как было. Это четко идет момент какого-то абсолютно иного сценария, абсолютно иного варианта, абсолютно иной истории. И очень даже вам с этим человеком будет интересно и гармонично, и какой-то вот прямо, знаете, ну, момент объединения, да, энергии, он здесь будет, вам рядом будет с этим человеком очень приятно. Я бы даже сказала, что некий его внешний вид, он будет очень так гармонировать, скажем так, с вами, и в паре вы с этим человеком будете выглядеть очень гармонично, очень красиво, и прямо знаете, как и вы будете как идти с ним, и будете чувствовать вот этот момент, да, что мне с этим человеком в энергетическом плане очень комфортно. То есть он, его внешний вид вам как нравится, да, вам подходит, вам приятно с ним находиться рядом. Это очень такой интересный мужчина, он стильный, он, знаете, такой современный, он такой и подтянутый. Мне проходит мужчина прямо очень такой, знаете, импонирующий вашей энергии. И вы вместе с ним, знаете, рядышком очень будете себя чувствовать женственной, интересной, да, и какой-то почему-то мне идет, знаете, такой легкой, какой-то легкой, знаете, возможно, будут какие-то, знаете, такие моменты, человек как желает, как ухаживать за вами, возможно, как-то, знаете, будет приобнимать и будет как-то. Но у вас будет ощущение, что я какая-то легкая, да, я легкая рядом с ним, я легкая, возможно, для него, да, очень может быть, что этот мужчина очень даже такой в силе, да, и сила его вам понравится энергия этого мужчины. Хорошо, ну давайте посмотрим еще вот на этой колоде, да, чем вы привлечете этого человека, чем вы ему понравитесь. Чем вы привлечете, какие качества, да, ваши понравятся? Ой, девочки, а вышел старший аркан суд. Ну, здесь, знаете, такая ситуация, она здесь прямо просматривалась мне. Ну, вы очень красивая женщина, моё мнение, да, вот такая прямо, если говорить в эмоциональном плане, вы его встревожите, вы его взволнуете, этого мужчину, вот, с первой встречи. Вы его прямо взволнуете, да? И колесо фортуны, да? Колесо фортуны, и вот прямо все, знаете, как бы уже выбросить ее из головы я не могу. Вот, знаете, о ней вот тысяча и одна мысль, и как-то со всех сторон, и как-то вот мне так прямо повезло, и очень-очень она мне прямо она мне так, знаете, как... Вот это закрутило, да, потому что вот старший аркан суд и старший аркан колесо фортуны, вот это мне подфартануло по судьбе вообще, да, вот это мне фартануло, вот это меня закрутило. И как-то, да, вот по семерочке кубков, вот это мысли о ней, это уже все, да, уже очень-очень вы как-то ему приглянетесь, возможно, очень, что перед встречей этот мужчина будет иметь возможность где-то вас и видеть какие-то фотографии, но больше мне проходит, что это какая-то очень такая, может быть, спонтанная встреча, да, это может быть какая-то очень даже и спонтанная ваша первый раз, когда вы друг друга увидите, и этот мужчина, он будет как-то приятно удивлен, наверное, очень приятно удивлен. Ну, давайте посмотрим еще, да. Давайте посмотрим. Ой, девочки, да, будет у него много вопросов к вам. Прямо, ну, четко, я не знаю. Вот 5 карт, 4 старших аркана вышло. Вы просто его где-то, знаете, как молнией прошибете. Вы очень ему понравитесь, этому человеку. И это, знаете, больше по старшему аркану суд, это как некое, знаете, такое мгновение, да? Вы произведете на него однозначно очень яркое впечатление. И да, вот по карте Луна это такой момент, такая загадочная, такая интересная, женственная, да. Ее не предугадаешь, да, как она сейчас себя поведет. Но вообще-то я вам скажу, что очень вы этому человеку понравитесь. Очень. Давайте посмотрим. Я вот хочу здесь задеть вот такой момент. Мы возьмем другую колоду и посмотрим.
О чем вам нужно знать? Что вам нужно знать об этом мужчине? Возможно, есть какие-то, знаете, нюансы, какие-то моменты, которые станут для вас, знаете, такой очень нужной подсказочкой. Что вам нужно знать об этом человеке? Он меняет, он поменяет судьбу вашу. Вы его, а он вашу. Да? Какое-то иное направление, очень даже совместное у вас может пройти. Трансформация общая, да, по колеснице. Боже, девочки, вы только посмотрите. И опять, да, 4 карты, 3 старших аркана. То есть у вас какая-то общая перемена с этим человеком должна пройти. И эта перемена, она дает очень активное вообще движение по жизни. Я вам скажу, что колесница это тоже карта. Она, знаете, такая, что мы как бы какие-то свои удачи и неудачи, да, правильные и неправильные. Но мы находим некое соглашение и начинаем двигаться вперед, да, и начинаем двигаться очень интенсивно. Да, колесница показывает некий такой момент, что мы не знаем, что будет дальше. Но сейчас, в этом моменте, да, вот это ощущение, знаете, притяжение, оно просто, да, вот где-то захватывает, набирает вот такого активности. И мы не знаем, куда оно нас приведет, но мы счастливы здесь и сейчас, да, нам классно вместе здесь и сейчас, в этом моменте. Да, этот человек может привнести очень большую трансформацию, очень большой прорыв вообще по вашей жизни, очень большую перемену, качественную перемену и действительно очень такое активное движение. Этот человек может вас, знаете, где-то подать вам руку помощи в том моменте, когда вам кажется, что вот моя жизнь, мне это надо, да, мне это надо. Где-то я уже и привыкла, да, к каким-то сложностям, но этот человек подаст вам руку помощи, и вы поймете, что мне это надо, да, я этого хочу, мне нужна эта перемена, и даже мне нужны эти отношения. Давайте посмотрим еще, да, что вам нужно знать об этом мужчине. Он будет очень галантным, он будет очень интересным. И несмотря на то, что вы очень скептичны, да, и где-то не желаете вот этих каких-то иллюзий, но вам будет действительно классно с ним. И, возможно, поначалу, да, у вас будет такое ощущение, я все сама, да, я все сама. Но когда этот человек действительно начнет как-то вам помогать, вы поймете, что а так оказывается лучше, так оказывается легче вообще жить, когда есть кто-то рядом, кто может тебя поддержать. Не всегда я сама, это очень хорошо, не всегда. Но покажи нам еще, что вам нужно знать о нем. И опять старший аркан суд. Девочки, очень много старших арканов. Вы знаете, в какой-то момент развития ваших отношений все станет очень серьезным. И действительно, ваши отношения могут стать вот таким, знаете, моментом долгожданным в вашей жизни. И этот мужчина может стать очень долгожданным человеком для вас. И действительно, у вас очень даже вот отношения могут иметь большой, знаете, такой потенциал и движение вперед. У вас богатый план на будущее, да, будет. У вас будет очень богатый план на будущее. Но я вам скажу, что у вас все может очень даже сложиться. И несмотря на то, что у каждого свои, знаете, есть моменты тонкости характера, вы в этом человеке можете обрести очень даже такого, знаете, человека, на, знаете, от которого, да, неожиданно для себя будете удивлены, да, что оказывается, оно мне надо, да, оказывается, мне очень нужна какая-то и помощь, и чувство, и любовь этого человека, да, то есть в какой-то момент будет ощущение, что мне этот человек нужен. Ну, давайте посмотрим развитие ваших отношений, как они будут развиваться. И старший аркан суд, девочки, ну, это уже, знаете, даже интересно очень. И опять старший аркан суд. И вот смотрите, 1, 2, да, и 3. Это только вот здесь буквально вышло 10 карт из 3 колод, и везде вышел старший аркан суд. Как будут развиваться ваши отношения? Они дадут вам возможность вот этого, знаете, определенного прорыва. Это важная какая-то ситуация, которую вы должны прожить вместе с этим человеком, которая, возможно,
действительно вам нужна, у вас действительно большой потенциал на развитие, и есть некий момент неизбежности, то есть некий момент с этим мужчиной вы должны прожить. Вы должны прожить и вот эти моменты каких-то своих сомнений, и каких-то момент трансформации, да, и момент вот этих чувств. Вот это все вам нужно прожить с этим человеком. Я вот просто хочу вот посмотреть, вы в этих отношениях, да, вы в отношениях с этим мужчиной. А я победительница вообще, да, все для меня. И я лучше всех, и я прекрасней всех. И по шестерочке жезлов я победительница. Как вы себя будете чувствовать в этих отношениях? Знаете, все внимание на вас. И вы прекрасны, и вы счастливы, и вы, знаете, и вы победительница, знаете, на вершине мира просто. Несите Оскар, называется, да? Несите Оскар, вот оно, чудо в моих руках. Как вы себя будете чувствовать? Во-первых, настоящей королевой, действительно, очень счастливы вы будете в этих отношениях, очень много вы получите в этих отношениях. И да, будете, у вас будет ощущение, что вот наконец-то, да, счастье в моих руках. У вас есть большой потенциал на развитие, да, это работа двоих, да, это момент, который еще будет, да, еще будет развиваться, но я вижу, что именно в этом этапе вашей жизни эти отношения, они будут для вас действительно очень важны и очень интересны. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр, счастья, радости, любви, смелого и благородного мужчину в вашу жизнь. Всего вам самого-самого лучшего и до новых встреч!